Так, очередной квест. Я посмотрю. Мне жаль, Нэп, но сегодня нет колесниц на продажу. Прости меня. Мне показалось, что я увидела у тебя знак Меджаев, наших древних защитников. Верно. Все так. Тебе нужна помощь? У меня горе. Мою любовь, моего мужа Эрикса, жестоко убили. Как это случилось? Он был умелым мастером. Ему заказали сделать колесницу для фараона. Эрикс был очень горд. Но когда он закончил работу, солдат заплатил ему только половину цены. Эрикс возразил, и солдат убил его и забрал колесницу. Если ты и вправду Меджай, помоги свершить справедливость. Найди солдата и сломай эту колесницу. Отомсти за смерть моего несчастного мужа. Хорошо, давайте в знак протеста, значит, у нас квест называется, да? Так, это вот как раз. Ну вот она. Тогда полностью зачищать будем локацию, не только, да? Кстати, отлично. Люблю зачищать локации. Так. Надо побольше обнаружить врагов мне. Солдат, чтобы они мне потом трудностей. Что? А, ну тут вот он говорит подземный, я понял. И еще, подожди, что-то. Ага, еще и сокровища есть. Так, где еще солдаты? Разведка таким. Взлетная разведка. Так. Угу, еще один. Ну и все, да? Можно приступать. Ну и все, можно приступать к атаке. Так, возвращаемся к нашему Меджаю. Жаль мастера, сделавшего колесницу. Он знал свое дело. О, смотри, он уехал. Я тут подумал. Интересно, его вдова все еще торгует? Что, при ударе дешев? Тебе нравятся старухи? Она довольно милая. О, да. Она будет рада с тобой переспать. Пока мы ездим на колеснице ее покойного муженька. А когда следующий дозор? Уже скоро. Устает, да? Я его подстрелю. Эй, что? Я убью тебя! Ну мне тут не надо. Я подам сигнал! Я тебе подам сигнал. Беги быстрей, пока он не подал сигнал. Дядь, подожди ты. Блин, тебе еще не хватало. Я готов. И? Гениально просто. Там обидно умирать вот из-за таких глупостей. Так, колесница тут. Ты, стой! Все, дядь. Меня не должны здесь заметить.
Но он еще поедет все равно, это колесница, да? Поэтому... Можно сильно губежку-то не разворачивать. Вон, видите, он побежал. Где я могу зачистить, по идее? Берегитесь! Давай, ломай ты колесницу. Что за тормоз? Так, надо увалить тогда отсюда. Тихо, чувак, ты еще. Дерьмо! Нужна помощь! Я зажгу огонь! Я тебе дам зажгу огонь! Так, уворачивайся! Сейчас. Тихо. Чувак, это... Так, ты же меня не видишь, нет. Чувак, это рэпчик. Что делаешь? Вот найду. Что тут? Блин, а вот как он меня увидел? Я же вроде кустиком был. Кто меня видит? Вот и все. Теперь убитый мастер может покоиться с миром. Угу. Так, ну я еще локацию хотел бы зачистить эту. Потому что тут остался еще один командир и два сокровища. Сокровище где у нас? Зажигаю огонь! Зажигаю огонь! Я тебе зажгу огонь. Блин, чувак, ты мне вообще все испортил. Вот как, какого фига вот он? Так, убегай, просто убегай. Вот этот дурацкий повстанец. Да я тебя же видеть, чувак. Чувак, это рэпчик, ты что ж ты? Фейспалм все ловим, ребят, вместе. Теперь убитый мастер может покоиться с миром. Так ты, мастер, иди отсюда. Ты повстанец. Я понял, что эти повстанцы решили мне помочь, но они прям вот совершенно неудобны прям. Кто?
тебе здесь не рады. Еду, что же? Уходите отсюда, уходите. Уходите, повстанцы, уходите. Вы мне только мешаете. И мне повстанцы реально так мешают. Надо действовать аккуратно. Эй, стой! Тихо-тихо-тихо! Я вообще тебя не увидел тут. А он с лошади, походу. Подожди! Лес. Так, ну и все осталось. Так, тихо, кто? Так, а что за сокровище? А тут еще сокровище. Чувак, ты прям на меня так палишь, да, я понял? Что ты? Твой час пройдет. Моя песня спета. Так, товарищ, не отвлекайся, пишите. Так, ну и все, да? А, убит командир. А где командир у нас? А, нет, все. Эй! Сдохни, падаль! Ты что такое говоришь? Ты что такие вещи говоришь? Смотри, ты падаль. Ты он научился смотреть. Блин. Ты чувак, серьезно за мной? Он за мной просто бежит. Она отвали от меня. Сегодня какая-то серия у нас. Сумасшедшая серия. Вижу тебя! Ой, еще крыса! Чувак, я не хотел тебя убивать. Сумасшедшая какая-то серия. Так, мать. Достойный Миджай, какие вести? Я уничтожил боевую колесницу. Ту, что присвоил солдат из Антилы. Твой погибший муж отомщен. Ух! Так, подожди, а сокровище где тут у нас? Соберите сокровище. Интересно, а где у нас сокровище тут? А, ну вот она. Вот оно, сокровище. А где именно? Не сильно показано. Так. Не, ну это не сокровище. Сокровище там. А тут нигде нет сокровища. Ча? Ча? Как это работает? Вроде далеко же. Странно, очень странно.
Тихо, тихо. Так, кого ты там? Змею атакуешь? Лучше бы бегемота помогла атаковать, сейчас. Так, а где еще второй бегемот? Но это не то. Кстати, очень странно тут. Где оно тут должно быть? Слушай, а нам не хватает с вами этого еще, да? Давайте мы же в этой серии и сделаем. Так, тут метку поставил и... Я не вижу эту метку. И я ее не вижу, эту метку. Гениально. Теперь видно. Хищные шкуры нам нужны. Так. Это львы, леопарды. Кто еще к ним относится? Дикие кошки. Вот. Так, собрали? Собрали. Снаряжение 9/12. Ага. Сколько еще тут? Так, а у нас есть где-нибудь неподалеку еще хищники? Вот там много есть. Я тут поблизости есть какой-то. Правда, он там один бедолага, что ли? Мертвый уже. Не утоплю. Ой. А он уже мертвый. Тут бегемот, прикиньте, уже постарались за меня. Интересно. Тихо-тихо. Так, это где у нас? Смотрите, тут охотился. Не промахнулся. Так, я не взял. А, еще, еще один удар. Так, давай сюда. Подальше от деревьев. Замечательно. И теперь оленина немножко шкурки. И чувак, ты же тут один остался? А мне одного недостаточно.
А, слушай, ну вот как раз с той стороны квест. И давайте я с той стороны. Опа, очки. Надо, кстати, как сразу и вижу, вот это сносить. Что потом? Вот ты где! Все. Товарищ, ну что я... Ладно, уничтожил статую, что сразу агритесь на это? Уничтожил и уничтожил. Что ж, вандализм уже нельзя заниматься? Незаконно, что ли? Чуть незаконно. Так, чувак, ты прям куда-то не туда зашел, олененок. Где он, блин? Что-то я его сбил. А, вот он. Так, извините, товарищи, у нас тут охота на сайгаков. Так, ну и на этом тогда можно и завершить. Сейчас я улучшу. Так, что у нас? Сначала по новым. Так, ну и, а и все. Да, с вами был Лайков. Лайк, подписки и комментарии. Давайте, всем пока.